деньги там? Когда деньги? В смысле? 4700. А, это тебе я должен, Андрюха, блин. Вообще я тебе могу отдать, тогда он мне отдаст. А ты сейчас тут будешь, Серега? А. Пятнадцать! Опа, как неудачно. Тайм-аут надо?
столько хочется всего сказать, но... Как-так. Ух ты, ничего себе подстава. Да как? Кошмар вообще. Что ж делается? Так, придется нам напрягаться. С кем играть? С Финепом? Вот что такое? Как Андрюху мог допустить? Куда судьи смотрели, я не понимаю. Ой. Ой. Просто съел, просто съел. Это он выдал. Мы ждем сюрпризов. Еще как косно так родили в победу, то я не понял. Ты у бомбаски поспросил. У них вон вроде и пришли нормально все. Да. Сенсация. Понятно изобразим. Не то вообще Thank you.
Вяленький, да, такой? Я бы тоже похлопал на руки за них. Ремонтировать собралась. Пятнадцать! 20! Блин, ну куда? Не видно же за его спиной, да? Так надо же что-то делать с этим. Пятнадцать! 20! Да я как? Зарядил какого.
подписчиков за победу. Ну, нам будет 3, чтобы мы точно были. А вы вот основу выбрали? Да. Не заметили вообще сопротивление. Ну, что-то они расстроили, конечно, балбас подъем. Все готовы?15 секунд на атаку. Слышь, нельзя там замену. Ты что хочешь? Слышь, я тебя сейчас точно двину. Сейчас нельзя замену. Ты правила почитай, потом предъявляй. Еще раз у тебя будет претензия сюда. Можно замену? Можно? Я ж такие берут, что интересно вообще. Это вот человек все знает, он, мне кажется. Сейчас мы посмотрим.
Да, и... пусть пошел, у меня не забалует. Просто рука не поднимается, ему очко удари сегодня. Ох, звездный час. Ноль.
Вася, давай. Кто? Обидный, наверное. Это не мне. Если обидно, то это не мне. Пятнадцать. Второй персональный. Второй персональный. Теперь я тебе перезвоню. Давай. Хоронит просто. Yeah.
Это, выключена камера, нет? Я конец, я и спрашиваю, что делать. Второй персональный. Ой, совсем голос потерял. Четырнадцать секунд, да? Третий персональный. Пятнадцать.
Эти персональные. Третий персональный. Можно. Бьющего замену. Второй персональный. Не хочет садиться. Пятнадцать.
Третий персональный. А? Да. Храню, как зеницу ока. Михей двадцатку положил. Что это случилось? Четко. Все порядок. Это от Бога. Повторы показывают. Я разбираю игру. А? Игру разбираю. Не могу налюбоваться.
А ножки уже гудят. А у меня, кстати, тоже что-то пришло. Что-то когда пришел? Я четвертый. Что-то ножки уже... Покрытие-то не очень, отдохнулся. Да? Вот из-за, я говорю, да, на брусе, ну, на деревянном легче. Вот такой тяжелый. У меня же ножки, говорят, уже хватит. Пора. Уже отдыхать пора. За покупками в Румбу. Чемпионат города, великих рук играю, по две игры в неделю, я уже... Ого. Как молодой прям. Да, так играю уже молодой, за студента. Приходится не так... Подставишь, что ли? Нет, почему? Ну, сразу. А, нормально. Чемпионат города. Два. Приходится, думал, пару минут таких там, и по 40 минут приходится играть. Начинает. Ну, Петросил в свое время гонял-то. Да, ну, и по три игры в день у него стояло. Буквально год назад играл. И по профсоюзам, и по Невской одной, и по Невской. Еще вечером на тренировку успел. Это сколько лет ему? Вот, прошлый год. 30. Сколько? 30. 20. А мне 40 уже. Ой. Валера, ты отлично выглядишь. Год в большом спорте. За три обыкновенных. Я 12 лет в большом спорте. Еще 36 плюс мои 40. Мне 76. А так все, пора уже на покой. Ну ничего. Судья? Не найди, Леха, не найдешь. А что он хочет, Андрей? Время, что ли? До половины времени. А, да? Да, у нас еще 25 минут. Странно, что их тренер не учит правильно. Припираться. Красиво сделать, красиво. Thank you.
с такими бросками Андрюх только на кухне. Там он не пожелает ничего. Да? Когда вот присаживайся, Андрюшка, за протокол. Ой, хорош. Работал. Четвертый персональный. Скажу. Только начали. Вот бросочек. Второй персональный. Oh.
ребята. Второй персональный. Все под контролем. Четвертый персональный. Да. А как зашел-то? Ваське! Пятый персональный. Сел. Последний.
думаю, сколько времени такого? Какого? Волшебного? 20-20. Бегом сейчас все затаривать, все кроссовки сейчас. Да. До закрытия должны успеть. Да? До закрытия должны успеть. Ну, до 10, по-моему. До 10 успеем. У меня поезд 22:42.